А больше занимаются кое хозяйство, вот как фермерами, и много работают тоже в офисах. Да. А, знаете, в Индонезии, даже тут на Бали, молодежные работают в туризме или в офисах правительстве. Да. Но туда попасть очень трудно. Очень трудно. Не только умный и здоровье. Надо иметь знакомство. Да. Кто показать нам, куда ходить, с кем надо договориться. Вот так, да. Это везде так. Да? О, везде так, он сказал. Спит, а все слышит. Да, да, это уже уверенно, да, вот так. Спит, затем, ведь, когда а другую дают, да, лучше семье, которая там. Да. Вот так обычно. Очень популярный работает в государстве, потому что считается стабильная работа, очень стабильная работа. Пенсии, вот, если работают в правительстве, тогда у них пенсия. А вот зарплаты, да, они платят пенсионный фонд. А если, как я, вот мы работаем в частной фирме, мы не платим пенсионный фонд. Потому что пока нет у нас системы, надо сами кладет деньги для будущего. Да. У нас платит, да. Как интересно, да? Да? А что такое? Ой, змею на Бали, это по-другому, не покажите. Камасутру. А что значит на Бали? Это ноль у нас, значит. Да? А, вот это ноль? Да, это один, два, три, это ноль. О, хорошо. На Бали не покажите. А что это значит? А? На Бали что значит это? Камасутру. Камасутру. Да? Тэдум. Тэдум. Наша русская фига, это камасутра. Я, мужчина, женщина. А тут когда женщина показала мужчине? Где Камасутра? Вот язык жестов, да, мужчина? Понимаете, да? Удивительно. Скажите нам. Я не знаю, у вас такое-то. Это фиг вам, это называется «Нифига я тебе не дам». Да. Нифига я тебе не дам. Нет, у нас вообще с Камасутрой это не связано. Да, это кукиш называется. Ну почему они связаны? Связано. Они говорят, да, у нас так обозначает. Ну, связать можно все, что угодно. Ну да, у нас-то ведь он как бы общая же фига, она на все фига. Это не мусор. Дай конфету, фиг это тебе. Это на улице, я бы знаю. Да. Это не домашнее общение. Да. За ужином. Да. У нас действительно на самом деле так и есть. Вот это встреча была. Так классно. Во сколько выходит девочки семью создают? Насчет кукиша продолжим. Ой, классно. Не, ну наша фига вот что обозначает тут. Вообще удивительно. У нас какой пенсионный фонд смешной. Во сколько девушки выходят замуж? Больше не буду, больше не буду. Они выходят вообще. Ой, это пробка, наверное, да? Да. Мужчинам нужно колым собирать, чтобы жениться. Да. Все. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Рассмешили вас. Сломали экскурсовода. Ну как же мы его не сломаем, мы же в России. Самая сексуальная группа. Ой.